Всем привет, дорогие друзья, с вами Тутенпалта. Мы продолжаем играть Jurassic World. Это у нас новый сезон. А новый сезон у нас посвящается новому обновлению, которое буквально недавно вышло. И тут у нас вот сразу же открываются новые новости, даже музыка другая. Уже не старая, а поновей. Так. Еще загрузка у меня эти события-то. Ну, давай. Что-то события не особо грузит, но... Ладно. Я сейчас интересуюсь, почему у меня с парком появился. Как вы поняли, игра мне что-то лагается. Слегка. Так, ну-ка. Передвиньте, говорю. Эй. О, отлагал так. Звук уже другой стал. Это о чем значит? Чем это значит? Нажмите кнопку покормить, и один раз уровень динозавра повысится. Это что за баг? Блин, интернет. Интернет вылетел. Так. Как вы поняли, он даже картинка тут поменялась. Главного меню. Так. Сейчас нам надо будет... я хотел Горгазуха. Нам до 40 уровня прокачать. И еще сейчас посмотреть VIP-набор. Может быть, там кто-то новенький у нас будет. А еще надо схватки посмотреть обязательно. Ну-ка. Галочка, ну, говорит, это у нас... А, ну вот, максимальный ты. Чё-то он на месте стоит. Почему он на месте стоит и не двигается? Очень странно. Чё с ним случилось? Так. Очень интересно, куда он делся? Тут стоит. Так. Самое главное, куда и зачем? Где мой Горгазух? Он вообще есть? Ух, нифига себе. Что-то новое. И опять у меня вылетает интернет. Да чё ж ты будешь, а? Так. Ты портфель собрал? Очень интересно, куда он мог деться, вообще не понимаю.
Так. Ну-ка. Схватки, значит, вызов тут вот. Кто 30-го? Какого-то фильма уже 30-го вон. Здесь я ставлю 11-го. И куда он у меня делся, я не пойму. Почему я его не могу найти? Так. Пачку до хрена просто. А вот он что ли? Ну-ка. Да, это он. Так. Давайте его прокачаем. Прокачивание, у меня вообще звуки изменились. Чего у него никакого движения нет, не понимаю. Да блин. Ай. Чё с этим интернетом все? Мне интернет в последнее время вообще достал. Ладно, обзор у нас будет небольшой, потому что интернет у меня тут глупит. Возможно, даже придется немножко снимание игр с интернетом и закончить, пока я не налажу свой интернет. Так. Точнее, как быстро кормежка развелась-то. Не то, что там раньше кормить надо было долго, а тут вот гигант нажал уже сразу много. Давай живи, пока у меня интернет еще в состоянии. Давай, давай. Быстрее, 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 давай, давай, давай. А то интернет сейчас вылетит. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. О, все, молодец. Так. Собирай. Интересно, у него хоть анимация убивает, срок. О боже, еда, еда. Еда, всем нужна еда. Пипец. Еды нет. Так, давай эволюцию. Сейчас сделаем горгазуха 40 уровня. Это у нас будет, наверное, самый сильный из гибридов. Не-не-не. Так, музыку приостанавливайте мне, пожалуйста. Я жить еще хочу. Тут пойдет всякие вещи. Так. Ну, он жрет, вот только посмотрите. По 3 миллиона жрет. Это что-то новенькое.
По-моему, такого не было. И теперь он еще 42 косаря, дынка, стоит, ни хрена себе. Ударили. Что у меня с баксами проблем нет. Все, довели, теперь у нас он самый мощный. Так, что у меня с рынком? На рынке у меня море всяких динозавров. Давайте динозавра увидим. Просто так, к следующей серии мы там прокачаем. Сейчас игру вообще даже помогать немножко стал. Так, набор у нас есть. VIP набора. Я ж офигел. А вот набор тилозавра есть. Давайте откроем чистую сумку. О, какой высокий. Так, ну что, давайте убой, мне не терпится убой. Так, кайнозовская эра у нас там, да? Проводная. Давайте вызов. У меня телозавр небольшой уровень, да? Ну вот, да, моя команда. Офигеть, вот музыка вообще хорошая стала. Ладно, игра мне что-то даже нравится снова стала, хотя я ее уже забросить хотел. Так. Вау, можно динозавра выбить? Ни хрена. И очки еще, да? Вот это вот интересно, так. А, блин, интернет. Интересно, а вон там вот надо нам бы еще бои с динозаврами посмотреть. И на этом завершим серию, пожалуй. Ну, я имею в виду, где и кайнозовская, и юрская эра, вот в одном, я вот слышал, тут в обновлении такую штуку добавили. Так, ну. Окей. А это с усилиями, да? Это обычно. Это чё? Вот это вот чё-то новенькое. Ладно. Я делаю, значит, все там команду. Ну,
да, давайте Гаргазух. Гаргазух все-таки самый сильный на данный момент. Ничего себе, походу мне кранты сейчас будут. А карта, карта. Так, карта та же. Так, нельзя, давайте его атаковать. Мочи. Мочи, да, блок. Чёрт, старый. Как так-то? А интернет? Позор, походу я продул с интернетом. Мне даже очень нравится, как обновили тут эти поединки. Очень интересно даже стало играть. Если можно всяких новеньких тут динозавров убивать. Так. Нифига себе. Есть, еще платить на 2. Грабеж так грабеж. Давай, пошла. Эх, ладно, не судьба. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был Тутем Палт. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, молитесь, чтоб мне наладился интернет, чтоб я наконец нормально вам показал бои. Ну что ж, дорогие друзья, всем удачи, всем пока.